8 июня стартовала образовательная программа «Город учит город», которая в первую очередь предназначена для председателей Совета домов Одинцова. Специалисты практики подробно знакомили их со структурой ЖКХ и учили взаимодействовать с жилищной инспекцией, административно-техническим надзором, управляющими компаниями и, конечно, с жильцами. Главная задача, цель проекта – именно «Город учит город», именно создать атмосферу понимания, и чтобы мы все говорили на одном языке, и чтобы наши жители были нашими союзниками. Курс лекций рассчитан на 130 часов. Занятия вели более 30 педагогов. Это работники коммунальных служб, теплосетей, электросетей, водоканала, а также специалисты МЧС, полиции и даже психологи. Ученики остались довольны качеством образования и многому научились. У нас получилось обменяться опытом не только с преподавателями, но и между собой. Ожидания были, прежде всего, во-первых, увидеть наконец-таки, кто эти люди, которые ставят подписи на важных документах. Мы очень часто пишем документы в ГЖИ, в администрацию, в район, и увидеть воочию этих людей. Второй главной задачей у меня было все-таки научиться самостоятельно определять степень технического состояния, какая она, хорошая или низкая, дома. Лично я, допустим, для себя систематизировал знания во взаимодействии управляющих компаний и жильцов обычных, и нормативную базу как бы определенную получил. Ну и самое главное, реально на практике я теперь понимаю, куда, по какому вопросу обращаться, чтобы решать конкретные проблемы. После завершения обучения будущие управдомы должны были сдать экзамены и написать дипломную работу. В каждой дипломной работе студент должен был отразить базовые знания по курсу, он должен был просчитать площадь дома, обозначить проблемы дома и пути их решения. То есть от и до рассказать алгоритм управления домом в наших условиях. Все участники курса успешно защитили свои выпускные работы. Наши ученики действительно от лица преподавателей могу сказать, что проявили себя как очень добросовестные, ответственные ученики. Вот, действительно стремились получить как можно больше знаний, и я уверена, что эти знания им очень пригодятся. Группа оказалась подкована не только в жилищной науке, но и в искусстве. Выпускники даже сами придумали и подготовили спектакль. В нем они показали, что бывает, если зайки-электрики, мышки-отделочники, лягушки-сантехники и другие жильцы сказочного дома не будут разбираться в жилищной политике. Мы пришли навести организационный порядок, а порядок требует расчетов. Прошу заплатить за жилье. Ваше жилье. Деньги. Так все похитро. Раздал, ничего не показал. Ну давай, расскажи нашим мышкам-отделочникам, что там из них положено. Вот они так думают, что все на этом мы и остановились. Вот сейчас мы, как говорится, по рыночной стоимости, а теперь перейдем к кадастровой стоимости. Если выпускники начнут применять полученные знания на практике, то проблем в области ЖКХ наверняка станет меньше. Ведь грамотные управдомы – залог порядка в городе. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».